США призвали Германию выделять больше средств на оборону, чтобы сдерживать Россию. Силовые структуры Министерства обороны 10 февраля. Посол Соединенных Штатов Америки в Германии Ричард Гринелл раскритиковал немецких властей из-за недостаточного финансирования на нужды обороны. По мнению Гринелла, Германии необходимо увеличить расходы на оборону, чтобы эффективно сдерживать Российскую Федерацию. 0 комментариев, 10 поделились. Не выделять больше средств на оборону, чтобы сдерживать Россию. Силовые структуры Министерства обороны 10 февраля. Посол Соединенных Штатов Америки в Германии Ричард Гринелл раскритиковал немецких властей из-за недостаточного финансирования на нужды обороны. США призвали Германию выделять больше средств на оборону, чтобы сдерживать Россию. Силовые структуры Министерства обороны. 10 февраля посол Соединенных Штатов Америки в Германии Ричард Гринелл раскритиковал немецких властей за недостаточного финансирования на нужды обороны. По мнению Гринелла, Германии необходимо увеличить расходы на оборону, чтобы эффективно сдерживать Российскую Федерацию. 0 комментариев, 10 поделились. США призвали Германию выделять больше средств на оборону, чтобы сдерживать Россию. 398648.пек. США постоянно призывают Германию увеличить финансовое отчисление в НАТО. Обещание увеличить финансирование блока до 1,5% ВВП нас не устраивают. Поэтому мы требуем от Германии увеличить расходы на оборону до 2% ВВП уже к 2024 году. Сейчас НАТО как никогда нуждается в усилении, чтобы противостоять российской угрозе, заявил Гринелл. Напомним, Правда.ру рассказывала о том, что немецкое правительство открыто раскритиковало Ричарда Гринелла за вмешательство в государственные дела Германии. Посол США в ФРГ открыто выступал против реализации проекта «Северный поток-2» и даже разослал немецким компаниям письма с угрозами. Читайте больше на https://military.pravda.ru/news/1406774-german/?main/list. Здравствуйте, и это один из голосов, который вы можете использовать для озвучивания вашего сайта. Ваш текст будет произнесен так, как я его читаю. США призвали Германию выделять больше средств на оборону, чтобы сдерживать Россию. Силовые структуры Министерства обороны. 10 февраля посол Соединенных Штатов Америки в Германии Ричард Гринелл раскритиковал немецких властей из-за недостаточного финансирования на нужды обороны. По мнению Гринелла, Германии необходимо увеличить расходы на оборону, чтобы эффективно сдерживать Российскую Федерацию. 0 комментариев, 10 поделились. США призвали Германию выделять больше средств на оборону, чтобы сдерживать Россию.
3986448. США постоянно призывают Германию увеличить финансовые отчисления в НАТО. Обещания увеличить финансирование блока до 1,5% ВВП нас не устраивают. Поэтому мы требуем от Германии увеличить расходы на оборону до 2% ВВП уже к 2024 году. Сейчас НАТО как никогда нуждается в усилении, чтобы противостоять российской угрозе, заявил Гриньелль. Напомним, Правда.ру рассказывал о том, что немецкое правительство открыто раскритиковало Ричарда Гриньелла за вмешательство в государственные дела Германии. Посол США в ФРГ открыто выступал против реализации проекта «Северный поток-2» и даже разослал немецким компаниям письма с угрозами. Читайте больше на https://military.pravda.ru /news/1406774-Germany /вопросительный знак Utom.